Главам муниципалитетов Новосибирской области поручено взять на личный контроль ход вакцинации против коронавирусной инфекции среди лиц старше 60 лет. Об этом сообщила пресс-служба правительства Новосибирской области. Для успешной кампании по массовой вакцинации создадут выездные бригады, которые будут работать в отдаленных населенных пунктах региона. Кроме того, усилия направят на вакцинацию трудовых коллективов, особенно в праздничные дни. Режим повышенной готовности в Новосибирской области продлен до 1 апреля. До этого времени сохраняются все антиковидные ограничения. Однако эта мера связана не только с эпидемией коронавируса, но и с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом. С 29 декабря 2021 года по 9 января 2022 года детские развлекательные площадки в Новосибирской области, игровые центры и комнаты будут закрыты. Решение остается в силе. Об этом сегодня заявил на брифинге в правительстве министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров. Поскольку для индустрии детских развлечений объявляется локдаун, решается вопрос о мерах поддержки. Во всех остальных сферах сохраняются прежние ограничения. Проходить можно, но только по QR-коду или отрицательному ПЦР-тесту.